еще. Отлично. Следующий. Сказал заведующий. Сюда подошел. И нахрен отошел отсюда, урод, блин. Хи-хи-хи-хи-ха-ха. Давай, схватай за, за хвост. Беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги-беги. Кнопку. Fuck you просто. Пошли в жопу. Ой, как я запарился, честно, с ними. Всем привет, ребят, всем здрасте. С вами Максим, вы на канале HammerHit. Так, ну продолжаем наш Resident Evil 4. Слава богу. Вот так, у меня отличная новость, дружище. Я недавно раздобыл высококачественные инструменты. Совет торговца, крутые украшения. Теперь я смогу делать еще более крутые улучшения для твоих пушек, чтобы они пели песенки громче прежнего. За разумную плату, конечно. Конечно, ты ж подлюка, бесплатно ничего не делаешь, блин. Так. У меня ключа нету никакого. Пожалуйста, посмотри, отойди, пожалуйста, не мешай мне. Да, давай посмотрим, что у тебя есть. Есть кое-что новое, чужак. Кое-что новое? А что у тебя? Улучшение для кейса 36 тысяч. Алло, ты серьезно? Ты не охренел ли? У меня всего лишь 20 тысяч. Улучшение для кейса 36. Это дорого. Подожди. Продать. О, о. Кстати, блин, а вот это ожерелье я не буду продавать. Я хочу еще в него добавить парочку бриллиантов. Стой, кстати, у меня же есть, подожди. А, нет, нет, а я продал, да, рубин этот? Блин, у меня был рубин, я его продал. 4 у меня есть. А, красный берил. Ну, я чисто теоретически я могу. Черный кейс повышает вероятность найти ресурсы. Чисто теоретически, конечно, я могу купить этот берил и вставить его. Вставить его в ожерелье. Но, наверное, я не буду этого делать. Давай я починю. Давай я, наверное, потрачу деньги реально туда, куда надо. Ух ты, смотри-ка, я могу улучшать еще больше пистолет. Боезапас, перезарядка. Дороговато, слушай, цены у тебя. Хорошее. Ух ты. Улучшайте оружие за деньги или купоны на улучшение. Эксклюзив, увеличить силу в 1,5 раза. Нифига себе, прикольно. Перезарядка, боезапас, боезапас. Давай боезапас улучшу и скорострельность улучшу. И все? На этом денежки у меня закончились. Купить материалы 1900. Парапа. Что есть перед тобой. Давай материалы. Пока да иди ты в попец, слушай, не дури мне голову. Так, у меня по патронам вообще косяк, ведь у меня по нулям. У меня вообще беда. Давай посмотрим. Так, здесь у меня 4 патрона всего лишь. Но у меня есть немного пороха. А, да, обязательно патроны для винтовки мне нужны. 6 патроны для ПП. Отлично, как раз создам. Потому что он мне тоже нужен. Так, перезаряди полностью. Блин, 11 патронов всего. Это что это такое? Здесь хотя бы чуть-чуть есть. Ой, вообще тяжко, вообще тяжко. Отойди, пожалуйста, отойди. Ты можешь отойти? Ты можешь ты отойти? Ты дура? Ты можешь отойти от двери? Спасибо. Ага. Там можно куда-то пойти. Подожди. Нет, пока мы туда не пойдем. Блин, здесь можно куда-то пойти. Подожди, а я здесь еще не все исследовал. Так, слава богу, здесь закрыто. Туда я не могу пойти попасть. Так, здесь что? О, порох. Порох, это хорошо. А что это у вас? Болтаются эти штучки. О, смотри, там статуя. Где статуя? Ну, я вижу, что. И хорошо. Блин, а чё так дверей много? Так, ага, я понял. Нужно к этой статуе. Ясно, нужно искать какие-то головы, что ли, надо искать. Это что? В замке появились крысы. Главный зал, библиотека, 3 штуки. О-о-о-о-о-о-о! Жирная какая, ты погляди, а? А чем вас тут кормят, ребята? А вот мне бы патронов не очень хотелось бы тратить на крыс. Ого. Масштабненько. Так, давай ты будешь, не будешь ходить без... Статуя
статуя со змеями. Не будешь ходить без дела, а будешь что-нибудь делать. Например, там, я не знаю, какие-нибудь искать, по шкафчикам полазишь пока, может быть. Обеденный зал. Ресурсы какие-то для меня найдешь. Здесь едят? Они что тут едят? Не, ну если здесь обеденный зал, то как бы с большой долей вероятности они тут едят. Ага. Сядь, посиди, отдохни. Не раздражай меня своими телодвижениями. Так, получается, подожди, так а где еще крысы? Я одну пока что пристрелил только. Должно быть три. Хотя там была написана библиотека. О, подожди, что? Что-то о чем-то мне должна сказать эти картины, нет? Ладно, допустим. Вазы разбиваются? О, разбиваются. О, патроны. Прикольно. Слушай, а эти вазы, оказывается, тоже разбиваются, а я их столько пропустил. Вот я балбес. А птичку можно разбить? Не, нельзя. Так, подожди. Стоп. Стоп, я понял, к чему эти картины. Смотри, это графиня какая-то типа, да? Она сидит за столом. Слева от нее ложка, вилка. Справа два ножа. Так, здесь где-то было это, я видел. Мне, или мне показалось? Сейчас, погоди. Ложка, вилка, два ножа должно быть. Не может быть, чтоб не было. Вот. Вот, иди сюда. Иди сюда. Садись. Садись сюда. А, сейчас, давай глянем, точно ли я понял. Смотри. Ложка, вилка. Два ножа, ложка. Справа. Я уже и про крыс забыл. Так, ложка. Блин, ложка слева от нее. Ты выполняешь такие задания? Да я постоянно. Все верно. Так, а мужик сидит... А мужичок сидит, так, бутылка, ложка, две вилки, булочка, три ножа и бутылка. Где бутылка? Алло, вот, да? А стакан там есть? И стакан рядом, и полотенчика. А может быть здесь тоже? А нет, вот, наверное. Нет, нифига, здесь двумя. Блин, так они одинаковые, мне не нравится. Подожди, они одинаковые. А, нет, там булка. Булки нету, а здесь булка есть. Ну-ка, давай попробуем. Что будет? Честно, я даже не знал, что это будет, но я угадал. По картинам, прикинь, по картинам нужно было посмотреть. О, голова змеи. Прикольно, получена голова змея. Нафига на мне? У меня змея с собой вон одна ходит. Окей. Прикольно, слушай, мне понравилось это. Это прикольно, эти штуки. Так, голова змеи использовать. Подошло. Еще бы не подошло, слышишь, я тут, блин. А, ну здесь картина понятна. Змей, значит, что? Тут какой-то символ. Ну, понятно, какой-то символ. Змея, голова змеи, голова барана, голова льва. Все. Значит, мне нужно найти три, получается, головы. Две башки. Ой, одну башку я нашел. Пойдем искать еще две. И попутно будем собирать припасы. Ух ты. Припасы. Так, а ты смотри, крысы, может быть, будут где-нибудь. О, Леон. Да. Доспех. Где? Вместо бронежилета. Да, можно было бы одеть, кстати. Да. Ты знаешь, старомодный не старомодный, но он бы мог не хило так помочь, я тебе хочу сказать. Маленький ключ. А, маленький ключ, не помню, мне попадалось что-то с ключом. Честно сказать, не помню. Ладно, может быть, что-то попадалось. Что ты творишь, ты что делаешь? Ты чё, бардак наводишь? Ага. Вижу башку льва. Так, что я для этого должен сделать, чтобы... Ой, нет, я туда не хочу прыгать. Я... Нет, ребята, я знаю, что там чем-то для меня плохим это закончится. Я не люблю, когда такие вот большие пространства, где мне могут набить лицо, а ну, мне в любом случае придется туда прыгать, да? Да.
Для дробовика нету патронов, да? Я смогу сделать для дробовика? Блин, не смогу. Угу. А, ППшка 30 штук. ППшка 30 штук. В принципе, может быть, и... Или еще пособирать, или... Даже не знаю. Честно сказать, даже не знаю. Создать. А что я могу создать? Стрелы? Нафига мне ваши стрелы? Так, давай я создам себе травы. Если что, потом пыхнем. Ну, погнали! Кого мне надо тут убить? Эшли, не спускайся. Ладно, осторожней. Кто-то сейчас выйдет, да? С кем-то мне надо будет сейчас... Разборки тут устраивать. О! 10. Смотри, я создам еще патроны винтовки. Потому что винтовка очень мощная. И... Смотри-ка, сколько вас тут. Бесхозных. Порох? Блин, если во всех вазах будет порох, это будет вообще шикарно. Мне останется только... Это, у этого... Я вижу так уже. Останется только у продавца покупать материалы. Я могу башку просто снять? Ну, видимо, не могу, потому что здесь что-то не то. Так. F. Что надо сделать? А, потянуть за задницу? Что надо? Засадить поглубже? Что сделать? Ничего не могу, да, сделать? Ладно. Окей. Допустим. Хорошо, я беру голову льва. Что произойдет сейчас со мной? Леон, доспехи. Что? Где? Что? А что такое, ребята? А, я понял. Вы, ребятки, не с тем связались. У меня есть ствол, который выносит вам... Стопе, я не понял. А я думал, вас двое всего будет. Мне не нравится, что вас так много. Фух. Ну. Ах, я понял. Еще. Так, еще. Я понял, понял, понял. Так, этого я быстро успокоил. Еще, блин. Да-да-да-да-да. О-о-о-о, он сабелькой машет. Глянь, не дурел. Так, этого я тоже угомонил. И этого я угомонил. А они боятся этого огня, типа, да? Все хорошо. Да, конечно, все хорошо. А что плохо-то? Один патрон остался. Ну, в принципе, нормально. А не видишь, как они реагируют на этот огонь? Он что-то их... Леон! Да. А-а-а, нужно... Леон! Да иди ты в очко, я тебя ловить должен. Сама не можешь, что ли, спрыгнуть? Получается, огонь этот их затормаживает, они останавливаются. А, прикольно. Ты не обжегся? Ой, да так мило, заботишься ты обо мне. Хи-хи-хи-хи-ха-ха, давай, схватай за хвост. Голову льва мы раздобыли. Но пришлось пожертвовать большим количеством патронов. Что меня не может не расстраивать. Потому что патрончики эти на вес золота. Кубическое устройство. Фу! Здоров, жердяй! Блин, а крысы реально жирные. Чем они питаются, вообще непонятно. О, отлично. Пороха сколько? Пороха 7. Патроны для дробовика, кстати, самые дорогие. Но нужно сказать, что они самые мощные. Ясно, что это за дверь, понятно. Так, пошли, я голову льва нашел. Подожди, здесь есть что-нибудь внизу? Здесь ничего нету. Где-то ваза, по-моему, была, или мне показалось? Не, мне показалось. Пойдем. Голову льва мы добыли, значит, нужно голову барана теперь. Давай использовать. Хорошо. Деталей не хватает. Да ты что? Я догадался. Но у меня есть еще какое-то кубическое устройство, которое надо где-то использовать. Пойдем. Посмотрим теперь здесь. С правой стороны дверь была, теперь дверь с левой стороны. А здесь есть что-нибудь? Может, здесь в темноте?
О, есть, конечно, что, патроны. Наконец-то мне начало попадаться количество большое патронов, а то... О, а это, кстати, тема. Так, все, пойдем искать голову барана. Нам, видимо, сюда вламываемся. Кстати, крыса должна быть где-то еще одна третья. Она есть где-то? Крысеныш, ты где? Ух, ё, тут что-то совсем... Чё, опять эти сектанты долбаные? Ну так, ну тут понятно. Тут я, наверное, буду подниматься обратно. Заперто, я уже догадался, что заперто. Пойдем посмотрим, что здесь происходит. Кто-то где-то проповедь читает. Здрасте. О, кого я вижу? Это же второй этот. Дай-ка я ему в башку. Нас зажали, да не зажали, не ссы. Сейчас я вам устрою, блин. Да все нормально. Подожди, у меня за перезарядка. Все, этот успокоился. Блин, сейчас будет мутировать, да? Да. Я знал. Да отвали, я тебе говорю. Я сейчас пока не готов общаться там с кем-то на балконе. А почему ты не перезарядил, балбес? Блин, мне не нравится, что они вот так вот махают. Надо отходить срочно. Я ее пристрелил, да? Черт. Сорян. Так, подожди. Я пристрелил случайно Эшли. Ну, бывает, ну жопа, блин, ну... Я и в жопу выстрелил. Так, у меня 7. Мне нужно патроны для ПП, патроны для пистолета. Так, у меня есть световые гранаты. Кстати, нахрена мне... Блин, мне их 6 штук. Что мне с ними делать? Быстрый доступ. Давай... А, они у меня на шестерке стоят, быстрый доступ. Так не очень удобно, если честно. А на пятерку? Может, на пятерку их? Давай на пятерку хотя бы. Может, как-то удобнее будет. Так, что я могу себе еще создать? Ну, в принципе-то я могу только создать патроны для... Ну, не могу, я вообще не могу ничего создать. Все, вопрос снимается. В принципе, у меня так, итого. 5 патронов, 5 патронов и пистолет. И эти светошумовые. Ну, в принципе, ладно, давай будем пробовать. Ну, а что делать, как бы... А я могу ему выстрелить в голову, блин? Этому я в башку выстрелил. Этому я тоже выстрелил, отойди. Пятерочка. Да-да-да-да, тихо. Зажмурься. Все, патроны кончились, черт. Хорошо, хорошо. Так, этого я немножко успокоил там. О! А вот это неприятно, ребята. Подожди, стоп, а что он мне показывает у меня? Так. Так. Я, видимо, что-то неправильно понял. Но у меня были светошумовых 5 штук аж. Или я, наверное, просто неправильно понял. Леон, подожди, Леон еще пока жив, пока держится. А, сейчас Леону втащат. Да, блин. Все, хорошо. Разобрались, ты живая? Все, живая, хорошо. Где он вернулся? Один есть. Где он вернулся? Ты покажи мне его. Все хорошо, все нормально, держись. Блин, да что ж такое? Оп! Ты в... Зачем ты в нее кинул, придурок? Ей же больно. Поднимаю. Все, я вижу. Я вижу, что происходит. Хрень полная. Так. Тридцатка есть.
создать. Что здесь я могу? Пока ничего не могу создать. Блин. Так, сейчас мне с этим надо парнем разбираться. Окей, давай. Стой. Вот так. КД. Блин, да быстрей. 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 Что ты делаешь? Быстрей. Да блин, этот урод со своим... Все. Перезаряжай. Перезаряди, придурок. Придурок, перезаряди. Что ж ты делаешь, дебил? Ай, господи, какой ты дурак, а. Ладно. Давай, 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 давай. На. Подними ее, подними ее, подними. Все нормально, да-да-да, отходим. Последний патрон. Срочно, патроны, срочно, просто. Создать. А патроны... Бла, для пистолета. У меня выбора нету просто. Я больше ничего не могу создать. Перезаряжай, ты что-то тормозишь. Не надо тормозить так долго. Блин, скотина. А, еще один, твою мать. Да что ж вы, уроды, а? Откуда вы беретесь? Давай. Давай, 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 быстрее, 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 подошел. Подошел, хорош. Последний патрон, прекрасно. И последним патроном мне не удалось его убить. Что мне теперь делать? Вот это хреново дело. Так, ты убежала там куда-нибудь? Давай что-нибудь искать. Световая граната. Бу-бу-бу-бу-бу. Господи, ты придурок, ты откуда взялся? Открывай. А, все. Все, пошло. Пошло, мочилово. Что-то мне нехорошо. Конечно, нехорошо, потому что этот придурок... Ну все, мне трындец. Опять у меня... Так, тихо. Да, ё-моё, да что ж такое? Почему, блин, автоматического быстрого какого-нибудь доступа нету там, я не знаю. Создать, ничего не могу создать, ноль припасов, просто я просто в жопе, ребята. Что про... Блядь, ну что-то... Я его успокоил, ты живая? Пошли по ножовщину устроим. О, порох взял. Есть. Хотя бы десятка, блин. Пошли сейчас я этого урода, блин. Да ё-моё, ты-то откуда здесь? Ой, вас двое! Ай-я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 й! Вы чё, блин, охренели, уроды? Хрена себе использовать. Отходим нафиг. О, еще травка. Порох. Блин, дайте патронов, мать вашу, а. Да вы запарили, откуда вы лезете, а? Ты посмотри, живучая падла. Еще один бежит, да ё-моё, вы издеваетесь. Да иди в очко. Ты посмотри, откуда вас столько. Маму вашу за ногу просто. Все, мне трындец, они меня сейчас ушатают просто. Да, 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 еще двое, блядь, да ладно, вы прикалываетесь. Не, ну это уже не серьезно, это уже издевательство. Вы просто надо мной издеваетесь, блядь. Я что с ними сделать должен, блин? Я и не могу приказать ничего сделать. Просто жопа. Иди за мной, блин. Надо этого урода мочкануть сейчас. Он их вызывает или что, что он с ними делает, я не могу понять. Давай, 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 шевелись. Вот это падла. На, нахрен, папа Садо, блядь, падла, сдохни, нахрен, уродская отродье, блин. А, этот идет, блядь, да куда ж ты идешь, а, шо ж ты сюда идешь-то, падла? Да, блин, успокоишься ты, нет,
Один патрон есть? Нету нихера. Твою мать, и что делать? Ой, открывай. Так, нам надо как-то валить отсюда. Все, идем. Эшли, уходим. Хорошо. Уходим, просто тупо. Давай, 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 давай. Патроны. Просто валим отсюда. Еще один он ходит, урод. Давай, 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 за мной просто иди. Сундучок. Подожди. Я не могу мимо пройти. Эшли, за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Где ты? Ты идешь за мной вообще? Где ты там? О, кстати, медальон. 10 патронов. Ну и что будем делать? О, это хорошо, кстати. Это удачненько. Еще один же где-то ходит, нет? Да не один. Он с товарищем. Да чтоб вас черти драли, а? Так, давай просто бегать пока что, я не знаю. И на этом все. У меня патроны кончились. Так, давай будем куда-то уходить. Я не знаю куда. Блин, почему здесь нет патронов? Ну, что за херня-то с патронами, а? О, наконец-то. Перезаряди. А что, ты не взял? А что? Что я взял? А, о! А вот эта тема. Подожди-ка. Еще. Отлично. Следующий. Сказал заведующий. Сюда подошел. И нахрен отошел отсюда, урод, блин. Все, один патрон. Ё-моё, отбились просто, вот реально, грязными трусами просто отмахнулся. Я не знаю, это какой-то кошмар. Так, я поднял... я поднял эту... Мост этот я поднял, пошли. Слушай, ну и чё, я не знаю, что делать реально. У меня патронов вообще нету. От слова совсем нету прямо, вообще. Итак, патронов нету, нож сломан, всего по нулям, пороха не хватает ни на что, да и тем более материалов у меня тоже нету. Есть один патрончик у меня, открой, один патрончик для дробовика. Кстати, пороха 6. А, ну у меня материалов все равно нет, поэтому я ничего не создам. Ну, пойдем. Ну, я надеюсь, что меня больше никто здесь убивать не планирует, потому что вот я башку забираю. Забирай башку. Может быть здесь. О! О! Патроны для пистолета, материалы. Вот, хорошо. Ну, как-то вы поздновато мне даете патроны для пистолета. Давай, создам еще. А, не создам. Это материалы не те. Ай-яй-яй, ладно. Кстати. Может, они мне попадутся когда-то. 1 из 6. Кстати, о крысах. Берегись! Что, где? В смысле? Блин, да вы прикалываетесь, откуда? Какого хрена вы откуда? Один есть. Нахрен иди отсюда. Здравия. Ты чё? Ты чё? У меня патронов нет. Какого хрена ты вылез? Нахрен обратно залезь. Смотри, там ваза стоит, я ее не разбил. Надо сходить забрать. Возможно, там что-то будет полезное. Постой тут пока, сейчас я схожу быстро. Потому что вазу эти нужно разбивать. Ну вот, патроны как минимум. А крыса, крыса, крыса. Должна быть крыса где-то еще одна же, нет? Разве? Еще. Порох. 5 пороха. Нихера себе, нормально так. Дай-ка... Отойди, отойди ты. Да я пробегусь, посмотрю. Может, еще вазы где-то есть. Какие-нибудь. Не знаю, хоть что-нибудь. А эти нельзя разбивать, да? Здорово, эти с головами. Ай, давай посмотрим. Нет, 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 нет. Здесь ничего, 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 ничего. Так, ну, как бы, наверное, все, идем обратно голову вставлять, а что делать? Да, здесь я все пособирал, здесь я все пособирал. Крысы, кстати, я так и не нашел. Должна быть еще одна крыса. Но ее нету. Здрасте. Это я ворвался. Так. Давай, вставляй. Опачки, синенькая вижу. Вот они, блин...
их не видно. Нифига, а бегать их искать, ну такое себе занятие, если честно. Давай, что произойдет? Сейчас нахрен взорвется все и трындец. О, какая-то потайная комната, что ли? Да, понятно, потайная комната. Опять. Да идите в очко, слушайте, а. Это ты хорош. Если бы ты так всегда мог лупить их, было бы вообще неплохо. Все закрылось. Все, сиди тут. И что дальше? Бежать нельзя. Я иду, Леон. Не, серьезно, я теперь буду Эшли играть? О, я не хочу Эшли играть. Да, блин, спасите Леона. Ну, ё-моё. Что это такое? Так, а как... А чем я его спасать-то буду? У меня же ничего нету. Предметы ноль. А? Давайте хотя бы что-нибудь, не знаю. Надо найти фонарь. Отличное решение, фонарь. Давай мы вместо фонаря найдем дропаж. Это было бы намного лучше, поверьте мне. Что-то сыкотно, однако. Не нравится мне это все. Башка какая-то, еще башка. А быстрее можно как-то двигаться или нельзя вообще, в принципе? А, можно. Ё-моё. Напугать меня решили? Я вас умоляю. Блин, я крысу третью не нашел. Вот это обидно. Кстати, библиотека. Крыса должна быть здесь. О-о-о. Дайте мне одеть вот эти штуки. Это часы? Где часы? Ну, часы и что? Спящие праотцы откликаются на избранное время. Если ты жаждешь благословения Господа, набери смелости и не бойся тьмы. Отлично. Великолепно. О, и вазу я не могу разбить. Вот я ворвался. Так, подожди. Стой, подожди. А здесь что? Что там за время? Без 10? Или без 5-10? Не могу понять. Что надо сделать? А, так надо сделать. Да, я догадался. Это головоломка. А... 11, что ли? Я не могу понять, что на часах. 11 или не 11, хрен поймешь. Здесь больше ничего я не вижу. Такого, чтобы мне могло помочь. Но я же должен ее разгадать, что ж я совсем дурак. Оно как бы не исключено, но разгадать головоломку я должен. Тут что, ничего нету? Там что-то... 11-11 не подойдет? Нет? Почему? Не, не подходит. На шару думал прокатит, не прокатило. Что тут за время? Я не могу... Я не вижу. Ой, без 5-11... Без 10-11 или, блин, без 5-12. Не понимаю. Ну, может, без 10-11. Вот так, может. Нет? Нет, не без 5-12. Там как-то стрелки вот, вот как-то так, что ли. 10, нет. 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 Блин, да ладно. Я должен угадать. Ну вот же, большая стрелка на 11. Ой, вернее, маленькая на 11. А большая на 10, правильно?
Маленькая на 11. Вот так там. Ну, там же так. Или там не так. Или вот так. Непонятно. Ладно, пойдем прогуляемся. Прогуляемся, посмотрим. Может, я найду подсказку какую-то где-то. Ну нет, тут мне страшно. Здесь я не хочу гулять. Мне тут вообще не нравится. По идее, где-то должна быть... О, господи. Должна быть подсказка. Ясно. Я догадался, что заперто. Блин, как-то мне не нравится с этим фонарем ходить, как дурак, блин. Неинтересно. Ну, это же библиотека, да, типа какая-то. Тут чё? Тут ничего интересного. Да, и тут можно заблудиться. Ну, стоишь ты тут, фигура белым, и что? Ну, не пугает вообще абсолютно. О! О! Даже так? Ну ладно. Удерживайте. Окей, и что произойдет? А! Лестница? Видимо, тут есть потайная комната. Ну, видимо. Фонарь забери. Сами надо головоломку решить. Мне, я не могу так, я не успокоюсь. Вот только единственное, что я боюсь, если я сейчас уйду, я головоломку не смогу решить. Связка ключей. Это ключ. Что это было? Что за хрень? Кто там шевелится? Да идите в жопу, алё. Нифига, я с вами не дружу. Иди в очко. Иди на... Иди нахер. Просто. Иди в жопу, блин. Я пошел обратно к головоломке вернуть. Я сваливаю. Идите в жопу, блин. Фу-фу-фу-фу-фу. А. Открой дверь. Фу-фу-фу-фу. Все. Твою мать, куда делся этот хер? Он же тут стоял, рыцарь. Да ну вас в жопу, блин, что происходит? Я должен решить головоломку с часами. Какое время здесь нужно ввести, чтобы открылась эта дверь? А куда делся вот этот чел, который тут стоял? Блин, я не люблю вот такие вот, честно, задания и миссии, где... Нужно убегать, блин, вот тут хернёй страдать. Я вот этого терпеть не могу. Я люблю, где можно пострелять, блин, устроить беспредел. А это все херня. Ой, даже вазу разбить не могу. Ничего не могу сделать, понимаешь? Теперь я должен просто от них убегать. Ой, интересно. Так, давай предметы посмотрим мои еще раз. Сокровища. Вот. Путь к тайной усыпальнице. Спящие праотцы откликаются... На избранное... Ой, время. Спящие праотцы откликаются на избранное время. Ой, на какое, блин, избранное время, непонятно. Но я так... Что-то мне так кажется, что надо мне возвращаться обратно к этим рыцарям, да? И все-таки пытаться открыть дверь. Ну, пойдем.
Твою мать, а как ты сюда зашел, козлина ты тупая, а? И что делать? Я могу как-то мимо него пройти? Черт. Хреново дело. Какой-то дурной совсем. Дурачок неповоротливый. Иди в жопу. Ходи там, сколько тебе влезет. Блин, я терпеть не могу такие вот квесты. А! Придурок, блядь, что ты делаешь вообще? Идиот. Ну не знаю, давай третий, например, блин, хрен его. Да! Что, подошел, что ли? Я вообще наугад просто ляпнул. Давай третий. Не, ну тут чисто повезло. Это, блин, ну должно же когда-то повезти хоть где-то, ну уже вообще перебор. А теперь что? А теперь что? Теперь пипец, блин, что? Хоть раз должно повезти, ё-моё. Реально, я просто наугад. Давай третий. Ты же подошел. Не, ну это, конечно, блин. Доля везения все-таки тут присутствует, это факт. О! Машинка стиральная. О, стиральная, господи. Машинка печатная. Держись, сейчас что-то придумаю. Что же мы можем придумать? Как ты считаешь? Так, подожди, давай-ка мы сохранимся. Что эти рыцари в супер-мега-блестящих доспехах. Блин, еще одни часы? Серьезно? Вы прикалываетесь? Так, здесь что? Фамильный герб Салазаров. Вот что может мне выбраться из этого ненавистного места. Чтобы отыскать его, надо идти туда, где лежит эта проклятая броня. В подземную усыпальницу. Господи, будь милостив, до свершения твой Господи, да свершится твое правосудие над коварным узурпатором, безумным чудовищем по имени Рамон Салазар. Пусть твой благословенный синий свет обрекает навеки преданного тебе слугу. Синий свет, синий свет, синий свет. Я знаю, только красный свет дороги нет. Подожди, а здесь что? 11.04. Часы. А, я ж глянь, что я нашел. Я нашел для этих головоломку, разгадку, да? Наверное. Давай, 11.04. А как мне к тем тогда часам вернуться, интересно? Ну да, внизу мы видели их в библиотеке. А я могу туда вернуться, в библиотеку? Подожди. Здесь есть дорога назад или нет? Ага, дороги обратно нету. Ладно, хорошо, допустим. Фамильный герб, давай посмотрим. А это зачем? Ой, господи, давай догадаемся зачем. Видимо, нужно что-то туда вставить. Синий свет, синий свет. Я могу с ним что-то как-то взаимодействовать? Нет, никак. Эти же рыцари синего света, по-моему, боятся. Твою мать, козлина, ты вонючая. Что ты сюда идешь? Зачем ты сюда идешь? Что ты хочешь? Да иди ты в жопу. Попал! Попал, блин, я думал проскочу. Да нажмись ты, что ты тупишь. Эшли погибнет. Понятно, если ее ударят в таком положении, она погибнет. Так, мне надо как-то мимо проскочить этого придурка. Пока он замахивается. Опа! Опа, опа, опа! Хера лысого. Валим. Валим, 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 валим. О, я обратно вернулся. Вот это, конечно, круто. Пошел в очко, козел. Да, главное не смотреть назад, потому что там вообще жопа полная. Срочно, 11.04. Быстрее, 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 быстрее. Оп, оп. Есть. 11.04. Все, валим, 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 валим отсюда, нафиг. Я надеюсь, они не будут меня преследовать, эти конченые рыцари, они меня раздражают. Здесь что, блин? Что у вас здесь? Что за бардак? Опять какой-то лифт опять, божечки. Да что ж такое? Давай, давай.
Он что, за мной идет? А, точно, глянь! Пошел в жопу, урод. Эти рыцари задолбали. Это да. Тут я с тобой, пожалуй, соглашусь. Эти рыцари задолбали. И что теперь? Невероятно задолбали. Да, одни рыцари кругом. Какой-то трындец. Боже. Птица, олень, змея. Дракон, видимо, или что это? А что, что делать-то надо? Чем? А, вон они. А, я понял. О, давай еще раз. Птица, олень, змея, дракон. А в какой последовательности? Птица, олень, змея, дракон. Так, птица. Птица есть. Да бля, идите в жопу, серьезно? Да ну нахер, вы чё? Вы прикалываетесь? Ай, да ну нафиг, это вообще жопа, жопонька. Это мне реально, что ли, надо будет сейчас бегать от них? Или мне нужно выбрать какую-то комбинацию? Или мне нужно выбрать какую-то комбинацию, чтобы они, типа, не оживали? Или что? Чё сделать надо? Ай... Птица, олень. Ай, птица вижу. Может быть, сначала оленя надо? И может, они тогда не оживут просто? Не, это тупо будет, если мне нужно будет просто от них убегать постоянно. Это, ну, бред вообще полнейший. Да, они оживают. И мне нужно постоянно от них убегать. Ну, это чушь, бля, вообще. Птица... Побежала, побежала. Да, они оживают. Отвалите! Оно там горит? Горит. И еще дракон мне нужен где-то, вот он. Давай, 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 давай! Блин! Убегаем, 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 убегаем! Сейчас сраку мне надерут. Будет вообще капец неприятно. Блин, с этими рыцарями, конечно, полную хрень придумали, вообще дичайшую. Блин, такая чушь просто. Зачем это, ну вот, для чего это? Да опять решетка, да идите в попец. Что тут надо сделать? Синий, белый свет, где-то что-то надо поменять, да? Здесь что, тоже синий? А, где-то белый надо поставить, где-то синий. Нет? Чтобы не сработало, да? Ай-яй-яй, как меня раздражает уже эта беготня с этой бабой. Да, эту попробуем поменять. Нет, это хрень какая-то. Стой, звезда здесь должна быть. А, у меня в руках, круг. Ага. Это вот сюда, наверное, да. Какой я внимательный, аж капец просто. Так. И сюда. О, отлично. Так, хорошо, я беру этот герб. И вы мне предлагаете вернуться обратно, да? Я нет, очень... Нет, не гасните! Опять? Как мне надоело! Бля, как мне это надоело, ты себе не представляешь просто. Я запарился уже убегать от них. А, ну вот, они боятся синего света, это хорошо. А, я могу пройти. А, он еще один ходит, глянь. Все, синий свет, ясно. Стойте смирно. Синий свет не дает им прохода. Это хорошо, но мне бы синий фонарь было бы вообще замечательно. Я бы себя чувствовал прямо шикарно. Бежим! Беги! Беги просто! Е-е-е-е. Беги, 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 беги! Кнопку, кнопку, кнопку! Fuck you просто! Пошли в жопу! Ой, как я запарился, честно, с ними. О, это мне обратно, господи, да за что мне это все?
Да, блядь, ну ты можешь его обойти просто? Ты можешь обойти его? Зачем ты, дура, блядь? Я не могу. У меня горит жопа, все. У меня реально жопа горит от нее. А я могу просто прокрасться? У них хера себе, у нее задница, глянь. Не, я не могу. Он меня сейчас втащит. Ну ладно, иди сюда как-нибудь. Мы сейчас с тобой разменемся, я думаю. Херак. Ой, запарили. Запарили меня эти рыцари. Слов нету. Просто нету. Я просто задолбался. Я не знаю, честно, куда я бегу, но я куда-то бегу. А, все правильно, я бегу обратно. Вот синий свет, сюда они не должны зайти. Все. Все, я в безопасности. Давай. Давай, герб. Все. Леон. Я здесь. Живая? Да, это... да. Не знаю. Сейчас я тебя вытащу. Я бы не сказал, что сильно живая, но так. Ну, дядька, он приуныл, видишь, что-то. О, ключ. Эй, лови. А что это за ключ, для чего он мне? Спустишься? Я поймаю. Да, попробую. Не понял, кого ты ловить собрался? Ты же в клетке. А, у тебя ключ от клетки, все, тогда нормально. О, а вот этот дядька второй появился. Нет, не второй, подожди, их же двое так и осталось. Ты злой какой, а? Ну все, опять мне ее спасать надо. Боже мой, да какой кошмар, а? Я запарился. О, глава завершена. Я задолбался ее спасать, если честно. Сохранить игру, сохраняем игру. Но прохождение за Эшли — это просто отстой полнейший, мне вообще не понравилось. На этом будем завершать на сегодня. Все, ребят, спасибо за просмотр, не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, прожать колокольчик и обязательно оставляйте комментарии. Все, здоровья вам и вашим близким, всем наилучшего, всем пока!